корреспондентом ТВ-центра за на хорошее настроение. Ну а сейчас мы просим внимания всех, кто находится здесь, на Красной площади, и наших телезрителей. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Дорогие друзья, мы с вами на пороге нового 2014 года. Через несколько минут мы шагнем из настоящего в будущее. Отмечать этот замечательный праздник – одна из наших самых теплых, сердечных традиций. Она передается из поколения в поколение, объединяя всех нас. В минувшем году нам пришлось столкнуться с проблемами и принять вызов серьезных испытаний, в том числе таких, как бесчеловечные террористические акты в Волгограде и беспрецедентные по масштабу стихийные бедствия на Дальнем Востоке. В дни испытаний Россия всегда становилась единой и сплоченной. В этом году, дорогие друзья, я обращаюсь к вам с новогодним посланием не как обычно из Московского Кремля, а с Дальнего Востока, куда приехал, чтобы встретить Новый год с теми, кто с честью и достоинством прошел испытание стихии, но не может пока отметить праздник в собственном доме. И вместе с ними поздравить всю страну, поднять бокал за наш народ, за здоровье всех, кто самоотверженно боролся с наводнением, кто проявил милосердие и бескорыстную щедрость. Дорогие друзья, мы склоняем голову перед жертвами жестоких терактов. Уверенно, жестко и последовательно продолжим борьбу с террористами до полного их уничтожения. Мы поддержим всех пострадавших. Сделаем все, что было запланировано. Восстановим и построим все, что намечено восстановить и построить. В то же время мы многого добились в уходящем году. Наша страна в чем-то стала лучше, богаче, удобнее, настойчиво отстаивает свои интересы в международных делах. И поэтому сегодня мы, несмотря ни на что, искренне радуемся наступлению Нового года. Встречаем его с надеждой и мечтами о будущем. Где бы мы ни были в эти минуты, атмосфера удивительной новогодней ночи согревает наши сердца. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, искренне верим в лучшее, в удачу и успех. И каждый из нас понимает, что благополучие не приходит само по себе. Оно достигается в результате напряженного труда и личных свершений. В стремлении обязательно реализовать намеченное. Из этих достижений складывается судьба нашей Родины. А забота о своей семье, о детях, родителях неразрывно связана с ответственностью за Россию, за страну, где мы живем, которую любим и которую хотим видеть успешной и процветающей. Эти чувства и устремления скрепляют наше единство. И только вместе мы сможем быть сильными, обеспечить движение России вперед, добиться исполнения наших общих планов и замыслов. Дорогие друзья, в наступающем году нам многое предстоит сделать в экономике, в улучшении жизни людей, для обеспечения их безопасности. На самом высоком уровне провести Олимпийские и Паралимпийские игры, до которых осталось чуть больше месяца.
Новогодняя ночь – это время, когда мы по-особенному осознаем, как мы все близки. И давайте поблагодарим друг друга за понимание и помощь, за любовь и заботу. В суете будней мы редко это делаем, но ведь именно поддержка близких и надежность друзей всегда придают нам уверенность в себе, стремление отдать им больше, чем получили. Желаю вам здоровья и счастья. Пусть в каждом доме будет много радости, в каждой семье царит согласие и благополучие. С новым 2014 годом! Россия!